на 40 километров короче, на 1,5 часа быстрее. Министр транспорта России запустил движение по участку дороги, который соединяет Самарскую и Оренбургскую области. Теперь водителям не придется тратить время на объезд. Этот участок федеральной трассы начали строить еще в 2011-м и закончили на полгода раньше назначенных сроков. Затраты составили чуть больше 6 миллиардов рублей. Создаст более комфортные условия для передвижения всех, кто ею пользуется. А самое главное, станет и безопасной, и очень удобной, потому что на этом участке расположены и площадки для отдыха водителей. И, кстати, на нем 5 мостовых сооружений, что делает его достаточно таким серьезным, важным инфраструктурным сооружением. Этот участок один из самых, да, наверное, даже самый протяженный, который был построен в прошлом году в нашей стране. И он решает очень важную задачу, поставленную президентом Российской Федерации. Я хотел бы от имени нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина огромные слова благодарности высказать в адрес Максима Юрьевича Соколова. То, что сегодня было сказано, за последние 2 года 70% федеральных дорог, проходящих по территории Самарской области, приведены в нормативное состояние. Это очень серьезные цифры.